Это картинки мая 2014 года. Поездка на велосипеде вдоль моря до мемориала 411-й батареи в Одессе 8 лет назад. Сейчас середина апреля 2022 года. Пляжи заминированы. Ехать вдоль моря в таких условиях не очень приятно. И что будет дальше, никто не знает. А все здесь увиденное можно назвать просто. Цените каждое приятное событие или момент, потому что их просто может быть больше и не будет. Качество съемки здесь не самое идеальное. Но если учесть, что одной рукой я держал велосипед, который, мягко жаясь, не слишком плавно едет, а второй рукой держал мобильный телефон, который еще нужно было на что-то направить, то может быть не так и плохо получилось. Одиннадцатая батарея в 1941 году обороняла Одессу от румын. Малютка М-296. Она ведь действительно работала в море. Не забывайте историю, иначе она напомнит о себе
самым неожиданным образом. Но мы верим, что в этом мире добрые силы еще существуют.